Вас приветствует компания Санаториумс. Мы являемся вашим персональным помощником при выборе санаторно-курортного лечения. Сегодня мы находимся в спа-отеле Шлосспарк в Карлових Варах в Чехии. И сейчас мы проведем вам видеоэкскурсию. Спа-отель Шлосспарк находится в самом центре Карлових Вар, в 150 метрах от источника термальной воды гейзер, которую чаще всего назначают при курсе питьевого лечения. Мельничная колоннада расположена в 450 метрах от спа-отеля, садовая в 850 метрах. Дорогие друзья, разрешите представить директор спа-отеля Шлосспарк Симона Сувова. Она работает с 2006 года. Симона, расскажите, пожалуйста, какие-то особенности о вашем спа-отеле. Добрый день, наши дорогие друзья и гости. Наш отель открылся в 2010 году. Мы на рынке находимся только 10 лет. Наш спа-отель был очень сложный проект. Он построен с бывших четырех жилых зданий. Но нам получилось сюда встроить все необходимое, чтобы проводить типичное карловарское лечение. Наш спа-отель еще отличается тем, что у нас ни один номер не повторяется, что к нам приезжают целенаправленные клиенты, которые хотят или детоксикацию, или антистрессовую программу, помимо стандартного карловарского лечения. У нас эти программы очень популярные, и я их рекомендую. Приходит период поста, приходит период уставших бухгалтеров. Эти программы стали у нас очень популярны. Несколько лет подряд мы выигрывали тендер на лечение российских космонавтов. После полета реабилитация проходила на нашей территории в течение 3 недель. То, что мы эти тендеры регулярно выигрывали, обозначает, что цена соответствует качеству. Дорогие гости, посмотрите, мы находимся в близости колоннад. С окна видим первый источник. Наши клиенты, которые к нам уже приезжали, наш отель, санаторий, обожают. Я вам рекомендую к нам приехать. Мы вас ждем. Вы не пожалеете. Двухместный номер «Комфорт». Площадь данной категории от 24 до 30 метров квадратных. Номер состоит из прихожей, совмещенного санузла и спальной комнаты. Здесь установлена большая двухместная кровать размерами 180 на 200 сантиметров. Во всех номерах ее можно раздвинуть. Далее, здесь есть холодильник с мини-баром, телевизор, в том числе и с российскими каналами, есть кондиционер, в столе находится сейф. В некоторых номерах данной категории есть балкон, давайте на него посмотрим. Вот так выглядит балкон, вид открывается на улицу и на город. В шкафу в прихожей находятся халаты и тапочки, которые предоставляются гостям бесплатно. В совмещенных санузлах устанавливают душевые кабины или ванны. Есть набор полотенец, косметических принадлежностей и фен. Подключение к интернету по сети Wi-Fi. На полу ковровое покрытие. Разрешено проживание с вашими домашними животными за дополнительную оплату. Мы посмотрели, как выглядит одна из категорий номеров с остальными категориями, а именно с информацией, фото, а главное видео, можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «Номера». Гости питаются в собственном ресторане, который расположился непосредственно в здании на 2-м этаже. Шеф-повар ресторана Леопольд Немочек. Он имеет опыт в приготовлении блюд с 2009 года. Леопольд, скажите, пожалуйста, как у вас организован завтрак? Завтраки проводятся по системе «Шведский стол». Ежедневно предлагаем разные блюда на выбор – холодные и горячие. Несколько видов колбасных и сырных нарезок. Яичница, сосиски, блины. Из напитков на завтрак бесплатно – несколько видов кофе, чая, соки и вода. А как организованы обеды и ужины? Обеды и ужины у нас проводим по выбору из меню.
Гости выбирают из трех главных блюд. Суп предлагается только на обед. В дополнение, гостям на обед и ужин к диспозиции на шведском столе несколько видов салатов, десерты и фрукты. Из напитков на обед и ужин бесплатно предоставляем два вида сока и воду. При необходимости и по договоренности с врачом возможно приготовление некоторых видов диет. Лечебная база расположилась на четвертом этаже. Термально-минеральная вода сюда не подведена. Давайте поговорим с врачом и узнаем возможности для лечения. Позвольте вам представить, Марьяна Сливканич. Она работает в области медицины с 2003 года и является врачом-терапевтом. Здравствуйте, Марьяна. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, с какими заболеваниями к вам приезжают спа-отель? Прежде всего, в Карловой Вары приезжают пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Это начиная с гастроэзофагальным рефлюксом, гастриты, дуодениты, язвенная болезнь хорошо лечится. Кроме этого, проблемы с поджелудочной, панкреатиты, желчным, застои, дискинезии, холециститы. Также очень хорошо поддаются лечению в Карловых Варах. Энтероколиты, то есть проблемы с толстым, тонким кишечником, синдром раздраженного кишечника, запоры, дисбактериозы. Кроме этого, мы хорошо лечим проблемы с нарушением обмена веществ, метаболизма, такие как сахарный диабет, подагра, ожирение. Ну и большую группу заболеваний, которые эффективно лечим мы, это заболевания опорно-двигательного аппарата. Это артриты, артрозы, остеохондрозы, то есть воспалительно-дегенеративные процессы в суставах. Расскажите, пожалуйста, детальнее о возможностях для лечения. В нашем отеле проводится комплексное лечение. Для этого у нас есть свое медицинское отделение. Процедуры подбираем индивидуально в зависимости от состояния здоровья каждого гостя, который приезжает к нам на лечение. Сейчас мы находимся в кабинете врача. Здесь мы проводим прием и обследование наших гостей, пациентов. И дальше я хочу вам более детально показать наше медицинское отделение. Проходите, пожалуйста. Наше медицинское отделение работает с понедельника по субботу, с 7 утра до 3:30. Каждый день практически. Здесь находится рабочее место главной медсестры. Здесь место для проведения инфузионной терапии, которая проводится в нашем отеле. Кроме того, инъекционное лечение есть дополнительно, медикаментозное. При тех же заболеваниях опорно-двигательного аппарата инфузионная терапия у нас проводится для детоксикации организма, выведения шлаков, токсинов. Кроме этого, наши гости могут, находясь у нас, пройти быстрое восполнение организма, что немаловажно при таком ритме жизни. Здесь у нас находятся массажные кабинеты, где проводятся разные виды массажей, как классические, так и рефлекторные, баночные, аромамассажи. Кроме того, у нас работает косметолог, там тоже кабинет косметолога. Проходите, пожалуйста. Здесь находится у нас рецепция, где проводится расписание процедур, изменение процедур. Здесь у нас проводятся лимфодренажи, по левую сторону оксигенотерапия, грязевые аппликации, тепловые процедуры проводятся в этом кабинете. Дальше по коридору у нас делают электротерапию, которая включает магнитотерапию, лазер, ультразвук, эндовака. И отдельно бы хотелось остановиться на газовых уколах, так как это одна из основных процедур.
которая проводится в Карловых Варах именно для лечения опорно-двигательного аппарата, имеет хорошую стойкую эффективность и, что немаловажно, эта процедура не токсичная, не вызывает побочных эффектов, но имеет хорошую длительную эффективность. Именно для лечения артритов, артроза, остеохондроза, проблем с позвоночником, посттравматические состояния очень хорошо лечит и после операционном периоде, когда необходимо восстановление. Здесь у нас проводятся водные процедуры, а именно внизу находятся гидромассажные ванны, простые или с добавками. Мы можем добавлять масла, которые имеют успокаивающее действие на организм, расслабляют мускулатуру. Можем добавлять карловарскую соль. Также мы активно используем турмалиновую соль именно для лечения дерматитов, экзем, псориаза. Кроме того, у нас есть большое количество водных процедур на верхнем этаже. Здесь у нас проводятся ингаляции с минеральной водой, с эвкалиптовым маслом. Кроме того, назначаем биолампу для лечения вирусных воспалительных процессов именно носа, горла, то есть лор-заболевания. Кроме того, на этом этаже у нас находятся кислородные, углекислые ванны водные, сухие углекислые мешки или ванны, которые хорошо помогают гипертоникам при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, так как и нормализовывают системное давление, понижают давление, и грязевые ванны. Кроме того, у нас есть спа-джет или многофункциональная ванна, которая тонизирует организм, улучшает обмен веществ, хорошо помогает при целлюлитах, то есть входит в состав антицеллюлитной программы. И проводится у нас также сухая массажная ванна. Это аналог массажа, где массажируется все тело. Хорошо подходит более старшим людям, которым иногда бывает противопоказан ручной классический массаж. То эти сухие массажные ванны дают очень хорошую эффективность. Благодарим вас, Марьяна, за то, что показали и рассказали нам о лечебной базе. Дорогие гости, приезжайте на лечение и профилактику в Шлосс-парк Карловые Вары. Мы вас ждем. В диспозиции гостей есть собственный бассейн размерами 8 на 4 метра, наполнен простой водой, и есть разные гидромассажные струи, а также финская сауна, которая предоставляется гостям за доплату. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал на YouTube и следите за обновлением авторских видеороликов, а также наших социальных сетей. И бронируйте спа-отель Шлосс-парк по лучшим ценам и условиям только на нашем сайте sanatoriums.com.